Привет, мои дорогие! Сегодняшнее видео будет посвящено двум продуктам от Oriflame. Это серия Swedish Spa, антицеллюлитный крем и Swedish Spa, многофункциональное средство для кожи, тела, для волос. В общем, давайте подробно, что я могу вам сказать, понравились ли мне эти средства или нет, и как они действительно работают или не работают, приятный ли у них аромат. Запах. В общем, давайте начнем. Первое средство антицеллюлитное, это у меня уже второй флакончик. Первый я уже закончила. Прозрачное белое такое средство. Сейчас вам покажу, чтобы вы видели. Вот так оно выглядит. Очень приятно пахнет. Кому нравится запах имбиря, действительно очень приятно пахнет. Хороший продукт. Что я могу сказать о его свойствах? Он содержит кофеин и имбирь, 200 мг упаковочка. Работает он или нет, могу сказать, что кожа тела стала более упругая на каких-то проблемных местах. То есть, сами понимаете, целлюлит, там у меня нету такого сильного целлюлита, но все-таки какие-то проявления действительно есть. Помогает, могу сказать, что да. Первую упаковочку я закончила, взяла вторую, то есть результат будет тогда, когда где-то полгода попользуюсь этими продуктами. Конечно же, это правильное питание, хороший рацион дня, то есть это фрукты, какие-то хорошие каши, меньше жирного, меньше острого. И, конечно же, спорт. Это фитнес, спортзалы. Средство мне понравилось, приятный аромат, очень хорошо впитывается, нет ни липкости, ни, как вам сказать, ни ощущения сухости, ни стянутости, раздражения и аллергии он меня не вызвал. Достаточно приятный, достаточно легкий. Этим средством я действительно довольна, могу вам его рекомендовать. Очень красивый дизайн оформления самой упаковки. Вот так выглядит в форме цветочков. Очень понравился мне этот продукт. Ставлю ему оценку 5. Следующий продукт — это такое масло. Масло для кожи тела. Вы можете его добавлять в ванную и использовать как маску. То есть наносить от 5 до где-то до часу. Вот примерно так на волосы. То есть на корни нежелательно, конечно же. И держать его... Я держу его полчаса. Держать, можете держать, у кого более сухие волосы, минут 40-50, ну, около часа, кому как удобно. У кого нет времени, можете держать даже от 5 до 10 минут. В общем, средство, могу сказать, неплохое, но я его использовала только для волос, пробовала пару раз добавлять в ванную, ну, мне кажется, оно никакого результата не дало, абсолютно. Что касается волос, действительно, вот видите, осталось его совсем чуть-чуть, он такого желтоватого, слегка такого цвета. Что касается волос, волосы действительно очень блестят от этого средства, приятный аромат тоже имбиря, очень приятно пахнет. Мне безумно нравится. Пробовала я его использовать на коже тела после душа, то есть продукт заявлен, вы можете его использовать на влажную кожу, то есть не вытираясь. Сразу же наносить это масло, вот когда наносишь на тело, оно